Так, вот сейчас покажу мою территорию. Вот вышла из номера своего, своей квартирки. На втором этаже. Гибискус у меня. Там вот домик один и холл. Туда в конце дойду. Здесь подношения утренние. Сейчас тут живут. Это подо мной номер двухкомнатный. Вот тут у меня место такое с гамаком. Шикарный вид. Очень классно здесь полежать. Вот там внизу под этим местом еще массажный спа-салон. Ну, для, только для тех, кто здесь. Вот. И когда сезон дождей, вот здесь вот у нас появляется такой водопад. Такой обрыв очень высоко. Вон там мои окна за, это, за крышей. Вот такое окно во всю стену с одной стороны. И вот это вот наверху такая терраса. Сейчас покажу. Можно тут пройти, можно поверху. Это комната Лилия. Территория тут вообще классная. Дерево красивое такое. Осень, зима, точнее, все осыпается. Вот здесь можно проводить всякие занятия йогой. Здесь я в прошлом году рисовала, приемы вела. Бассейн. Можно пройти вот здесь вот по дорожке, так вот вокруг, а можно тут внизу. Сейчас я вот здесь пройду. Здесь цветочки. Красиво. Тут еще туалет общего пользования. Кстати. Валяется этот фрукт, растет тут дерево, это звездочки растут, вот. Только что наступила на него, свалился спелый, можно урожай собирать. И вот так можно пройти снизу. Виды, виды красивые. Оазис. И... Ну ладно, дойду до конца. Раз уж пошла. Вот, и, значит, здесь еще один номер. Тоже на орхидее. На две комнаты. Наверху коконат. Я в нем тоже жила. Примерно такой же, как у меня. Только там нет крыши. Точнее, она есть, но она... зашито, ну то есть потолок. И вот тут вот в уединении еще два номера. Лотос на втором этаже. Там минус в том, что окно не до пола. И вот тут еще в самом конце еще один номер, и там храм в конце. Гибискус растет.
Повесили, кстати, мою картину там при входе. Сейчас покажу. Которую в прошлом году здесь нарисовала, подарила им. Стеночка такая красивая тоже. Здесь лежаки. Очень уютная территория тут. Очень спокойно, постояльцев получается мало. Сейчас вот две семьи тут живут еще. А, три. Там тоже, я смотрю, занято. Очень уютно. Вид у меня получается вот на эти франжипани деревья. Вот мои окна. Вот номер. И тут уже холл. Зеркало такое большое сразу при входе. Вот тут можно тоже полежать. Классно. Вечерком можно сидеть здесь. Всякие штучки продаются. Книжки. Зонтик, кстати, дают, когда дождь. Девочки сидят. Парковка. Ай. Картиночка моя. Make video. Так, ну и все, в общем-то.